Нацпроект формирования комфортной городской среды продолжает свою работу в Заполярье. В рамках проверки состояния готовности объектов строительства Евгений Никора посетил один из ремонтируемых дворов напротив детского сада номер 72. К концу лета многие дворы столицы Заполярья преобразятся, став удобнее, комфортнее и безопаснее. Один из таких находится в районе Молодежки. Сейчас строители подготавливают территорию к укладке асфальта, выравнивают грунт и монтируют бордюры. Единственное, к чему есть вопросы у проверяющих представителей администрации, так это ливневая канализация. Дождевая вода создает дополнительную нагрузку на систему водоотведения. Для этого местное ТСЖ предложило проложить дополнительную ветку стоков. У него есть предложение дополнительный участок проложить вот здесь вот вдоль Кольского 2, и вдоль подпорной стенки. Я поручил сегодня до конца суток выработать это решение и привлечь не только ТСЖ, Управление дорожного хозяйства КРГХ и подрядчика, но еще и ранее участвующего в обсуждении этого вопроса водоканал, Мурманскую ТЭЦ и МЭС, поскольку все они влияют, соответственно, на ситуацию с водами, которые образуются в этом дворе. По словам главы администрации, проблема непростая, но поскольку подрядчик планирует сдать объект раньше намеченного срока, то у него останется время на монтаж ливневки. Северстрой, как я сказал, работает быстрее графика. Сумма не очень большая, 6,5 миллионов рублей. Я буквально на той неделе был в этом детском саду. Поэтому, конечно, когда мы говорим о приведении в порядок территории Мурманска, нам важно иметь комплексный результат, когда красивый детский садик, отремонтированный детский садик, переходит в красивый отремонтированный двор. Проект будущего двора согласован с жителями близлежащих домов. На территории также будут установлены новые урны, скамейки и освещение.